С 25 по 27 ноября в Омске прошел чемпионат Сибирского и Уральского федеральных округов по флорболу. Борьбу за медали вели 8 команд из 5 регионов. Очень много таких непредсказуемых матчей получилось. Команды прогрессируют с каждым годом, мы видим это. И вот мне очень понравилась, наверное, на этом турнире команда из Кемеровской, сборная Кемеровской области, которая прекрасный матч вчера в 1-4 выдала с очень сильной командой. Ямал из Нового Уренгоя. Но вот маленечко в концовке им не хватило. 5-4 они проиграли, хотя вели 4-0 по ходу встречи. Также хотелось бы вообще поблагодарить всех участников, да, которые команда из Екатеринбурга, сборная Свердловской области, из Первоуральска, наши гости. Вот две команды у нас было из Новосибирска, из Нового Уренгоя команда и сборная команда нашего региона, которая была на два состава были разделены. В финальном поединке сразились действующий чемпион страны Омская Сибирь и команда «Левый берег» из Новосибирска. Наши флорболисты одержали уверенную победу со счетом 10-2. Постоянно тренировки, наигрываем все-таки комбинации, то есть 2-1, 3-1 выходы. Команду «Левый берег» довольно-таки хорошо знаем. Выступает в чемпионате любительской флорбольной лиги города Омска. У нас подобраны очень хорошие игроки, то есть проходили комбинации. Ну и, в принципе, своим реализовывали. На церемонии награждения первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник вручил кубки, медали и дипломы лучшим командам и отличившимся спортсменам. Главный приз завоевали флорболисты Омской Сибири. Второе место занял «Левый берег» из Новосибирска. Бронзовыми призерами стали флорболисты второй команды нашего региона – молодежной сборной «Сибирь». Вместе с медалями омские тренеры и спортсмены получили благодарственные письма от губернатора и Министерства спорта за победу нашей главной команды в чемпионате России. Приходим, болеем, смотрим, поддерживаем. Флорбол – это такой уже стал традиционно омский вид спорта, которым хорошая школа, очень хорошие ребята, которые сегодня играют. Это смена, будущее нашей основной команде «Сибирь», которая реально самая сильная в стране. Тут сегодня у нас, конечно, конкуренты есть, но, тем не менее, мы держим планку, держим высокий уровень. Я уверен, что не будем ее снижать. Впереди у флорболистов Сибири матчи нового чемпионата России. Игры второго тура пройдут с 15 по 18 декабря в Нижнем Новгороде.